Ну что, ребята, давайте посмотрим. Вот он у меня джойстик, вот он там подключен шнурком, да, видите, вот шнурок и в USB. Шнурочек я потом расскажу, покажу. Так, ну что, погнали. Нажмите любую, подключение к интернет-службам пошло. Летатель из меня, да еще когда съемка идет, конечно, это... Так, сейчас я покажу, где тут можно настроить, да, вот это настройка. О, выбрать нормально. Так, закрыть, а где здесь настройки-то? Я уже забыл. Параметры. О, управление, вот это, наверное. Да? Так, где джойстик? Левый джойстик, правый. Мертвая зона, правый джойстик. Калибровка передатчика, вот это, наверное. Нет, а где он у меня? Ну-ка, подождите, что-то тут по выбору устройства. Так, сейчас. Что-то... Минутку. Вот так. О, видали, я включил. О, пошло у меня все, да? Газ. Сюда-сюда. Тангаж, крен. Ну и все, да? Вот это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Вот сюда почему-то нет, вниз, да? Не знаю почему. А, назад есть тангаж, вперед. Лево-право, крен, рысканья и газ, полный минимум. Ну ладно, да, вот так, нормально. Закрыть. Ну ничего калибровать не будем, а может и надо было. Так, ну что, домой. Быстрый полет, давайте попробуем. Правда, из меня такой... Но первый раз пробую. Сейчас я разобьюсь, я не умею. Нифига. А, гонка, давайте. 3, 2, 1. Ай, так-то я мастер. Но я сейчас смотрю, что я вам показываю. Все, я... Не, я пролетел, пацаны, только неизвестно куда. Что, я круто? Я крутой? Нет, я на старт прилетел, а вы молчите. Ну, в общем, вот так вот. Я крутой летчик, но перед воротами я почему-то... А, я пролетел, пацаны! Только я вот что-то еще как-то это... Не очень хорошо летаю. Если честно, я не до конца. А, где я? Я не понимаю, где я. Ну все, вот так вот, короче говоря, пропущенные какие-то ворота. Вот, надо мне тренироваться. Ну, в целом, это все вот так. Я не до конца понимаю, как мне вообще выключить, да, я должен вниз тогда падать. Вот так вот, да? Вот так я должен. Тух. Только я, наверное, с другой стороны пролетел, да? Ну, вы смотрите, если я так круто летаю, то вы вообще будете с этим шнурком. Да, видали? Опять у меня какие-то пропущенные ворота. Но это я тут балуюсь. Это первый раз. И я смотрю в этот, в маленький экранчик. Хотя, конечно, это отмазы. Летчик из меня еще тот. Хотя вот на реальном дроне я... Не спеша, так уже не разбиваюсь в этом. Ну вот так. Все, ребята, на этом заканчиваю. Вот, сейчас я вынимаю. Вот тут, видите, вот у меня в USB. Мерцает, вот, это как раз шнурок и вот этот экран с этим моим дроном. Бабах, все на этом, давайте. Завершаю я стрим. Все, до новых видео. Я буду тренироваться.